Шахматы не имеют возраста, и у нас никогда с вами нет проблемы отцов и детей. В 8 лет я начал своего отца обыгрывать, а в 9 лет мы уже прекратили играть, поскольку я стал намного сильнее. Так что взрослые, не обижайтесь, если ваши дети будут играть в шахматы сильнее. С праздником! Сегодня особенный турнир, где нас присутствуют многие диаспоры. Мы так и задумывали эту игру. Поэтому я очень надеюсь, что у нас именно с помощью шахмат будет укрепляться и межнациональное согласие. Слава Богу, в нашей области так оно и происходит. Но, тем не менее, такие мероприятия только лишний раз укрепляют наши дружеские связи. Меня радует то, что более 200 человек сегодня собрались со всех муниципальных образований Тюменской области, Ямала, Югры, Свердловской области, Курганской области, Челябинской области. Поэтому я поздравляю вас с большим шахматным праздником. Шахматы дают ребенку уметь предвидеть вперед, вот он сделал ход, а что сделает противник? Это тренировка ума, воли, это источник оптимизма. Тут честь короны шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Ох, рельеф мускулатуры, дельтовидный, силеный. Что мне его легкие фигуры и эти кониды слоны. Вот через шахматы мы сегодня, значит, знакомы Тюменской области, сегодня с газетой «Забой мощный». Это через шахматы, понимаете? Вот вы мне вопрос задали. Вообще шахматы – это и спорт, и культура, и искусство, и наука. Шахматы – это интересная игра. Я обратилась с просьбой к главному редактору, что, может, мы этой дате посвятим и турнир проведем. Он сразу согласился и начали готовиться. Публикаций стало появляться все больше и больше. Мы развернулись уже в 2012-м, 158 человек, в 2013-м, 178. И вот в этом году мы вообще побили рекорд участников 230. Стратегия, тактика. Это вид спорта, такой умственный вид спорта, где нужно всегда побеждать. Наука, искусство, спорт. Когда не было интернета, я помню, когда телевидение это с трудом доходило до наших мест, то шахматные клубы были таким центром информации. Шахматы, шахматы, мудрая игра. Скоро нам со столом встретиться пора. Честная.
судьба.